Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, очень приятная новость. Софья Акатьева заняла первое место на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию среди юниорок в Казани. 13-летняя ученица Этери Тутберидзе в четверг получила 151,32 балла за произвольную программу, набрав за два проката в сумме 231,44 балла. Второй стала Вероника Жилина из Академии Евгения Плющенко, которая получила итоговые 197,45 балла. Замкнула тройку Алина Горбачева 193,68. Фигуристка тренерского штаба Тутберидзе 13-летняя Софья Акатьева стала первой в истории российского фигурного катания, кто исполнил чисто на плюсовую оценку четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. На этапе Кубка России в Казани она сделала четверной тулуп в каскаде с двойным, затем сольный четверной тулуп и тройной аксель. Ранее подобное удавалось на этапах юниорского гран-при только Алисе Лью. Напоминаем, Софья Акатьева тройной аксель чисто исполнила и в короткой программе. Формально тройной аксель в короткой программе у юниорок запрещен, но есть все-таки одна лазейка, можно прыгнуть его в каскаде, а в качестве сольного акселя исполнить двойной. Этим успешно пользовалась американка Алиса Лью в прошлом сезоне. А в этом сезоне, как раз Софья Акатьева. В Казани Соня тоже рискнула, и получила за короткую больше, чем Трусова и Косторная на этом же этапе. Правда, без бонусов за аксель и вращение оценка была бы ниже, 76 баллов, но для юниорки с восьмерками за компоненты это очень хорошая сумма. Больше 80 баллов за короткую программу. В этом сезоне набирали только фигуристки из группы Этери Тутберидзе, это Дарья Усачева, Анна Щербакова и Камила Валиева. На взрослом чемпионате России Акатьева уже в этом году могла бы потеснить кого-то из взрослых фигуристок. А пока будет пытаться взять юниорское первенство.